Алиса. Как пролог нашего концерта, я вначале хочу вам прочитать стихотворение Владимира Соловьева «С нами Бог». Это такое существует праздничное песнопение на службах, вот, рождественской в том числе. Очень красиво распевается «С нами Бог». Разумейте, языцы, язычники, покоряйтесь, яко с нами Бог. Вот такое название. Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне, цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное пред яслями давно. Да, с нами Бог, не там, в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, среди суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог, владеешь ты всерадостной тайной, бессильно зло. Мы вечны, с нами Бог. А теперь я приглашаю наших участников нашего концерта, и мы вам дарим колядку. Это ночь святая, вот только что ее пели в записи. Это ночь святая, это ночь спасения, возвестила всему миру тайну Бога воплощения. В эту ночь у стада пастухи не спали, святый ангел прилетел к ним из небесной светлой дали. Страх объял великий тех детей пустыни, но сказал он: о, не бойтесь, всему миру радость ныне. И с высот небесных раздалось вдруг пение: слава, слава Вышний Богу, на земле благоволение. Слава, слава Вышний Богу, на земле благоволение. Рождество – это значит радость. Рождество – это значит мир. Рождество – это значит надо всех простить, как Христос простил. Рождество – это значит людям доступ к Богу открылся вновь. Петь, играть и молиться будем, прославляя Христа любовь.